Дорогие ветераны, я поздравляю вас с 70-летием Великой Победы. Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма, символ мужества, символ достоинства русского народа. Мы благодарны вам за то, что, пройдя тысячи километров сквозь огонь и кровь, теряя родных, друзей, товарищей, вы спасли мир от фашизма. Дорогие труженики тыла, мы говорим спасибо и вам за то, что во имя победы вы трудились каждый на своем месте. Среди вас 20-летней девчонкой на заводе агрегатном имени Куйбышева работала и моя мама Ташкевич Анастасия Павловна. Каждый в отдельности и все вместе вы приближали этот радостный и светлый май 1945 года. Дорогие ветераны, я желаю вам здоровья. Я хочу, чтобы каждого из вас окружали любовь, забота и внимание ваших детей, внуков и правнуков. А их долг, наш долг – знать, помнить и чтить ваши великие завоевания. И пусть никогда и никто не делает попыток переписать историю, обесценить и размыть ваши великие завоевания. С праздником, дорогие ветераны!